Итак, подведем итоги. Не будем очень сильно тянуть. Скопируем ссылочку. Вставляем, загружаем. Так, видим все комментарии. И думаю, начнем мы с 5 места и до 1. Сейчас мы узнаем, кто у нас занял 5 место. И у нас это дядя Тёмкин. Поздравляю. Так, кто у нас будет на 4? Тут у нас человек просто плюсик оставил. Без ника, а в принципе мог выиграть камушки до сургучи, но увы. Так, 4 место у нас занимает Dark. Окей, теперь у нас 3 место, он The Pain. Поздравляю с 3 места. Самое вкусное, ну не самое вкусное, почти самое вкусное. Это 2 место. И это у нас Ураган. Ураган, поздравляю с вкусным подарком. Думал, тебя порадует. Ну и самая вишенка на торте, это, конечно, 1 место у нас занимает это Истукан. Поздравляю. Также тем, кому не повезло, у вас есть еще 2 шанс. Скоро будет День Святого Валентина. Я думаю, завезут какую-нибудь акцию. Ну и также опять снова, я думаю, буду открывать какие-нибудь коробочки. Я также буду что-либо разыгрывать. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео, следите за новостями. И вам тоже, может быть, повезет.